Доброе утро. Доброе. Это кофе для меня. Мое утро начинается с кофе. Я очень люблю утренний кофе. Очень люблю выпить его здесь, на улице. Вот в этом прекрасном, чудесном месте среди сосен. Это меня заряжает на день. В 2015 году я присоединилась к отделу Protection для того, чтобы помогать таким же людям, как я, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в связи с военным конфликтом. Вот такой самолетик, возможно, Ване понравится. Вот теперь у нас индивидуальная консультация. Простите, конфиденциально. За закрытыми дверями. Теряется доверие, нет никакой уверенности в завтрашнем дне, нет никакой стабильности. И просто потому, что ты приезжаешь каждую неделю по вторникам, с такого до такого-то времени, я вас жду. И для них это тоже какая-то стабильность. Они приходят и знают, что это то место, где они могут поделиться своими нуждами. Рабочий день закончился, иду домой. Всего доброго.